Что мы видим, исходя из этого микроэффекта, единственного положительного, очень сильного положительного микроэффекта среди всех микроэффектов, мы видим, что если у респондента не выраженный протестный потенциал, как в контрольной группе, и при этом у него нет ощущения неуверенности в завтрашнем дне, то как раз вероятность наименьшего протестного потенциала в 9 раз выше, чем если бы у него было бы ощущение неуверенности в завтрашнем дне. То есть в этом отношении результаты согласуются с результатами мультиномиальной логистической регрессии. Ну, давайте еще проинтерпретируем, допустим, вот этот микроэффект. Вероятность того, что у респондента выраженный протестный потенциал при отсутствии неуверенности в завтрашнем дне на 50% ниже, чем вероятность того, что респондент при отсутствии уверенности в завтрашнем дне имеет протестный потенциал наименьший. То есть это сочетание на 50% менее вероятно, чем это сочетание. Переходим к мультиномиальной регрессии. Мы выполняли мультиномиальную регрессию только на главных эффектах, поскольку оперативной памяти не хватило для выполнения регрессии даже только с двухмерными эффектами. Поэтому мы оставили только главные эффекты. Использовали процедуру Backward LR, то есть имеющую тот же принцип, что и процедура Model Selection в двухлинейном анализе. И из всех предикторов в регрессии остался только один, а именно уверенность в завтрашнем дне. Рассмотрим оценки коэффициентов. Значим, у нас три коэффициента. Мы не вводили константу для большего удобства. Что мы видим? Что если респондент имеет выраженную неуверенность в завтрашнем дне, то он имеет более высокую вероятность.